первую неделю после Троицы православная церковь вспоминает настоящие плоды сошествия Святого Духа на апостолов Пятидесятницу, а именно всех когда-либо существовавших людей, достигших святости. Собор всех святых, так называется этот праздник, действительно вселенское событие. То, к чему призывал Христос в первом веке, оказалось близко и достижимо для любого, кто сам этого пожелает. Такое торжество человеческих возможностей и отмечает церковь. Ответственность есть в том, чтобы соответствовать. В этом смысле долг нас, нынешних поколений православных христиан, жить так, чтобы цепь этой свидетельства о святости не разорвалась. Задача церкви – свидетельствовать об этом празднике. В христианстве нет ни эллина, ни иудея, нет ни раба, ни свободного. Святые – они ответ врагу рода человеческого. Они ответ тому, кто видит в человеке лишь высокоразвитую обезьяну или сводит его к реализатору нижепоязных инстинктов. Они свидетельство о том, что подлинное призвание человека к небу. Книга Откровения Иоанна Богослова содержит строки, которые частично открывают нам знания о событиях будущего века. Согласно им, в вечной жизни и состоится великая встреча всех, решивших идти к Богу еще во время своего земного пути. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу». Это великое множество людей, о которых говорится в Писании, те, кто заслужил пребывание с Богом определенным жизненным подвигом. Православная церковь давно определила разные лики, своего рода наименования заслуг людей, достигших успеха в духовной сфере. Это и бессребреники, и блаженные, и мученики, или, например, столпники, то есть те, кто подвязался либо на столбе, либо на определенной возвышенности на протяжении многих дней, а чаще и лет. Это альтернативный способ жить, да, кажется, это жизненная стратегия. Жизнь, она не только полна плотских удовольствий, как многие думают, а жизнь полна ответственности, тяжести, груза. И часто это люди осознают в какой-то момент и просто не хотят нести на себе этот груз. Они не понимают, зачем его нести. Да, вот это освобождение от груза жизни, мне кажется, очень многих двигается. Во всяком случае, те жития, я по работе своей читал сотни, наверное, тысячи житий святых, вселенских и западных, и русских тоже. Ну, мое ощущение, да, что это был очень важный всегда мотив. Усталость от суеты, от ложных смыслов, которыми наполнена твоя жизнь, которые, кажется, так сказать, это важно, на самом деле, какая разница, да? И святость – это способ найти и выстроить какую-то новую альтернативную жизнь. Не факт, что она проще. Совсем не факт, судя по тем искушениям, с которыми святые всегда сталкиваются. Вот эта альтернатива, эта борьба с самим собой, борьба с инерцией биологии в нас, она завораживает других и делает их, мне кажется, лучше. В истории всех известных человечеству народов, исповедующих Христа, всегда находилось место аскетизму, духовному развитию и жертвенной любви. Причем найти такого человека можно как среди богатых, так и среди бедных, как среди обладающих властью, так и среди рабов. Существуют нации, в истории которых тесным образом вплетены христианские подвижники. Их деятельность напрямую определяла вектор развития государства в разные периоды. Яркий пример такой страны – Россия. За эти тысячи с лишним лет было два главных типа русских святых. Первые 900 лет – это были, по большей части, преподобные. То есть были, конечно, и другие чины святости, но не богомудрыми святителями-богословами, не какими-то подвижниками-миссионерами прославилась русская церковь, а монахами, теми, кто ради Христа оставлял все в этой жизни – целиком себя отдавал Христу. Это, наверное, очень много говорит о русском человеке в его идеальном развитии, когда он, по слову Достоевского, конечную свою мысль посвящает Богу. Ну и в новейшей истории это, конечно, новомученики, мученики, исповедники, те, которые как бы соединяют историю 20 века русской церкви с первохристианством, которые делают подобными почти наших современников теми, кто жил во времена апостолов. Господи, я нерадивая, Твоя скупая раба, ни розою, ни былинкою,
не буду в садах отца. Это проникновенные покаянные строки из стихотворения поэта Анны Ахматовой. В 2019 году неделя всех святых совпадает со 130-летием со дня рождения Анны Андреевны. Исповедальный характер стихов великого поэта для многих стал выражением того искреннего христианского недостоинства перед Всевышним, о котором писали десятки святых отцов от начала века. Это пример, да, пример реакции на те или иные вызовы жизненные. Да, то есть реакция может быть агрессивной, может быть хамской, а может быть прекрасной. Как мы знаем из житий очень многих святых, когда на те или иные вызовы святые давали абсолютно несимметричные ответы, да, которые как раз показывают, что можно отойти от конфликта в сторону, что не обязательно гнаться все время за корыстью. Есть, так сказать, какие-то вещи, которые мы достигаем, да, и которые очень важны для нас, но при этом мы идем к ним трудным путем. Мне кажется, что в этом смысл святости. Это пример другого типа жизни, чем принято среди людей. В современной Москве есть несколько храмов, в которых собор всех святых – престольный праздник. Один из них – храм всех святых на Соколе. Построенный еще в 18 веке в стиле раннего барокко, церковь сегодня является точкой притяжения для тысяч верующих. Ведь здесь стараются регулярно поминать каждого святого. Все храмы – это храмы Божии. Святые – это ходатые за нас пред Богом. И посвящение престола храма всем святым нас ко многому обязывает, потому что у нас много ходатаев, и каждому нужно уделить должное богослужебное внимание и почитание. Поэтому у нас в храме очень часто служатся всеночные бдения, палиелеи. Не просто так, потому что, строго говоря, каждый день такой маленький престольный праздник. Исполнившаяся Святого Духа христианская община должна приносить плод. И плод – это те, кто, как цветы, которые украшают труд делателей, они указывают на то, что дух плодоносит, то, что не зря Господь приходил, что есть те, ради кого Он принес искупительную жертву, ради кого Он устроил Церковь Божию. За эти десятилетия храм много раз перестраивался. Современный его облик сложно соотнести с изгибами 18 века. Однако сплоченные общины и молитвенное единство помогли довести и внешнее, и внутреннее убранство Дома Божия до совершенной гармонии. А вместе с ним история земли вокруг сооружения также восстанавливается по крупицам. Батюшка, я правильно понимаю, что вот здесь находилось кладбище? А приходские кладбища всегда находились возле храмов и в Москве, в ближайших пригородах. А по постановлению о сносе кладбищ в конце 18 века в связи с чумой возле приходов запрещалось хоронить, но здесь было село всех связкой, поэтому кладбище сохранялось. И оно было уничтожено уже приблизительно ко времени Московской Олимпиады. Олимпиады? Да, 1980 года. То есть уже 4 десятилетия мы кладбище здесь не наблюдаем. Помешало, да? Ну, постановление Моссовета выводили из кладбища. «Моли Бога, мне святый угодничий Божий». Так мы обращаемся к нашим святым покровителям в утренней молитве. Наверное, у каждого христианина есть такая личность, которая особо дорога его сердцу. С этим угодником мы делимся самыми сокровенными радостями и горестями, сомнениями и просьбами. Небесный покровитель, это святой Алексей, человек Божий. И вот День всех святых удивительен тем, что это, можно сказать, день именин, день небесных покровителей всех, кто приходит в наш храм. Мой святой Николай Мерликийский, естественно, вот, я крещен в честь Николая Чудотворца. У меня благодаря Николаю Чудотворцу целых два праздника, летний и зимний, как известно, потому что оба они связаны с одним и тем же святым. Да? А, не знаю, такой какой-то очень теплый в России образ святого, хотя он грек, но тем не менее. Для меня таким святым является святитель Филарет Московский. Он был человек, который бесконечно много знал. Знал столько, сколько не каждый сможет вынести, но при этом сумел сохранить удивительную крепость и чистоту веры. То, взирая на него, стараюсь каким-то образом ему хоть в малой мере доподражать. В современном мире святость – редко притягательная модель поведения. Некоторые считают, что столь высокая планка жизни возможна лишь за оградой монастыря. Однако наличие в истории человечества святых столь разных судеб помогает понять – святость доступна для каждого, кто сам захочет оказаться в собрании людей, следующих за Христом. Серафим Сашлиев, Андрей Кулаков, Павел Ильин, телеканал «Спас».